Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С вами снова я, Марина. И мы сегодня будем распаковывать бумажные сюрпризы. Появилась у меня сегодня для вас новиночка. Это коллекция «Угадай блогера». Ой. И вот такой. Давайте я сегодня возьму вот такой. Это Чарли Д'Амелио. Кто ее узнал, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И давайте выбирать пакетики из всех остальных коллекций. Коллекция Hello Kitty для... Я помню, что меня просили очень взять с Пурриром. Это такая Hello Kitty. Да. И мы сегодня закончим коллекцию Леди Баг, ну, талисмана Леди Баг по месяцам рождения. Обмен подарков. Наша прошлая новинка. Давайте вот такой. Вот такой пакетик с леденцом. Коллекция ассоциации с Новым годом. Конечно, я знаю, что Новый год уже прошел, но это не мешает нам продолжать эти коллекции. Я беру вот этот. Приготовь. Давайте вот такой. Коллекция слова. Давайте, что ли, с такой малышкой. Это супергерой, по-моему, что-то такое. И вот, у нас еще есть адвент-календарь. Сегодня мы распакуем последнюю, четвертую ячейку. И также у нас есть коллекции от подписчиков. Так, давайте выберу от Sony. Вот такой и такой, кстати, последний. Дизайн часов. Вот бумажные галактики, вот этот, и вот этот. Вот Златы и Вероники с таким грибочком. Можете написать ответ в комментариях, что это за ребус. И вот этот, коллекция линейки. Сегодня мы ее закончим. Она была от Насти. Вот, и у нас сегодня вот столько пакетиков. И давайте начинать все эти сюрпризы распаковывать. Вот наш каталог. Он, кстати, новый. Вы еще не видели, наверное, обложку. Я чуть позже покажу его в сообществе, наверное. И первая коллекция в этом каталоге — это обмен подарков. Так, я думаю, что попадется под номером 2 и под номером... 14. Вы, кстати, тоже можете писать, как вы думаете. Так, нам попалось под номером 1 вот такой ободок с Микки Маус. Кстати, если вы слышите посторонние звуки, это мой кот, как обычно. Второй пакетик, но под номером 14 я надеюсь, что попадется. Так. Мой кот, видимо, хочет тоже распаковывать сюрпризы. Покажись в кадре. Ого. Ладно, все, давай. Давай. Все, от нас ушел кот. Попалась под номером 4. И это у нас произошел сегодня обмен подарков между Сашей и Ксюшей. Она, Саша нам подарила Кармакс, а Ксюша вот такой бальзам Эос. И сейчас я хочу распаковать нашу новинку, вот эту. У нас есть два блогера. Первый и второй. Всего у нас по 4 подсказки. И вы будете угадывать в комментариях. Я думаю, что попадется под номером 3. Вот. У вас догадки от 1 до 8. И нам попался вот такой вот стикер. Это такая рука. Ну, я думаю... что многие уже поймут, чья она.
под номером 8. Кто угадал, тоже свой плюсик в комментариях. Удачно открылась, конечно. Я думала, сейчас будет СМР. Ну, вы можете уже догадываться, кто это за блогер. По руке, мне кажется, это достаточно легко. И перейдем к следующему нашему каталогу. Так, и первая коллекция, которую мы сегодня закончим. Талисманы по месяцам рождения. Последний пакетик. Вот, сегодня нам попадется для сентября и февраля. Две наклеечки. Вот такой талисманчик. Рога барашка. Так, по номеру 1 я уже сказала, вот сюда. Ой. Сюда. Вот. Я сейчас пролистаю странички, и вы можете найти себя, если вы не смотрели мои прошлые видео. Вот. Вот мой талисман, кстати, июнь. Ассоциация с Новым годом. Наш блестящий пакетик, переливающийся. Вот такой. Вот, нам попадется либо под номером 2, либо под номером 7. Я думаю, что 7. Так, и да, нам попалось под номером 7, уже по контуру видно. Вот такой вот стикер, где собачка, она типа повар, и ведро оливье. Да, моя ассоциация с Новым годом, с оливьешкой. Но кто ее не любит? Мне кажется, все любят. Переходим к следующей коллекции. Это... Адвент-календарь. Подарочки на Новый год. Наша вот эта ячейка. У меня, кстати, в планах еще сделать еще какой-то адвент-календарь, но он уже будет не новогоднего типа, а какой-то другой. Вы это увидите в будущем, то есть в ближайшем будущем. Нам попался вот такой телефон. iPhone под номером 6, последнее место. Сегодня мы закончили две коллекции. Это талисманы и подарок. Приготовь. Вот такой пакетик. Я думаю, что попадется под номером 4. Под номером 1 нам не может попасть, потому что это отдельный пакет с блесточками. Ой, ну да, нам попалась корица. Конечно, я ее, ну, не очень изобразила корицу. Под номером 8 я не угадала. Вот. Кстати, на моем канале сейчас проходит розыгрыш. Там для участия всего 3 правила, вы можете перейти на него. Подарочки вроде бы многим понравились. Коллекция Hello Kitty для. Наш пакетик с бургером. Вот такой.
И нам может попасться под номером 3, 4, либо 5, либо 6, либо 7. Я думаю, что для Полины под номером 5. Ну да, а вот. И нам попалась вот такая Hello Kitty, прям милашку, в таком милом платьице. И да, это мой самый любимый способ, он на малярном скотче, наклейка, под номером, кстати... Ребята, прикол в том, что нигде не написан номер, куда я приклею. Давайте для Евы пока что. Я знаю, что, возможно, я все перепутаю, но мне кажется, так будет честней. Я притупила и не оставила номер. Вот. Так, переходим к следующей и, по-моему, да, последней коллекции «Собери слово». Я думаю, что попадется под номером 1. Тут уж точно номера все. Это буковка «Р». Пока что тут... Да, сегодня у меня день неудачи, вот, под номером 5, сюда. Я видела, кстати, много комментариев с правильным ответом, я очень рада, что вы уже угадываете. Вот. Мне кажется, уже немножко легче угадать, что это за слово, дальше у нас пусто. Выросла капуста. Да. И сейчас мы будем открывать коллекции от подписчиков. Мне уже очень сильно интересно. Думаю, всем интересно. Давайте открывать. Вот такой у нас, кстати, очень красивый каталог. Он с бабочками и цветочками. Вот коллекция от Бумажной Галактики. В прошлом видео нам попались две наклейки. Этот. Мне очень сильно понравились эти наклейки, которые попались. Сплюс. Мне очень понравились наклейки, которые попались. Они с блесточками прям вообще супер. Так. Это Дед Мороз. Смотрите, какой нам красиво попался. Это наклеечку. Все очень аккуратно выполнено. Последний пакет. Здесь очень большая наклейка. И это пингвинчик. Посмотрите, какой милый. С подарочком. Так, ну, у нас есть еще один пакетик последний. Мы в следующем видео закончим, конечно. Но куда его приклеить? Ну, тут уж точно нет места. Ну, давайте я вот так приклею. А последнюю наклейку, если не поместится, то приклеим. Вот сюда. Так, коллекция от Sony. Софии. Дизайн часов. Вот, нам попались часы с принтом жирафиком. Такие прикольные. Сейчас я все приклею. Я с собой, конечно, не взяла клей. Но я сейчас его принесу. И нам попались с облачками и небом.
Вот такие часы. И на раз, два, три я приклею. Вот. От Златы коллекция. Ребусы. А, и мы коллекцию линейки пропустили. Но у меня осталось 2 минуты. На, в общем, памяти 2 минуты остались. Давайте быстренько распакуем. Если я не успею, придется заново удалять все видео. Так, нам попался вот такой ребус. Легкий ребус. Сейчас мы еще приклеим. Вот такой, кстати, ребус. 3. Ой-ой-ой. И на раз, два, три я приклеила. Последний пакетик. У меня осталась минута. От Насти. Это линейки. У нас последний пакетик. Главное, чтобы он открылся. Да. Вот такая красивая линеечка нам попалась. Розовая. Которая попалась в прошлом видео. Мне очень сильно зашла. Красивая, в общем. И вот сюда. Вот, спасибо тебе, Настя, за эту коллекцию. А на этом было все. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. И все. Всем большое-большое спасибо за просмотр этого видео. Нас уже 200 тысяч. И пока-пока.